Беседа по возвращении из первой ссылки. 457. Когда фараон отнял у Авраама Сарру, нечестивый, варвар и египтянин, прекрасную и благообразную жену, взирая неправедными глазами на ее красоту и намереваясь совершить с ней прелюбодеяние, тогда Бог не в самом начале наказал его, чтобы открылось и мужество праведника, и целомудрие жены, и распутство варвара, и человеколюбие Божие. Мужество праведника обнаружилось в том, что он благодушно переносил случившееся. Целомудрие жены в том, что, попавши в варварские руки, она сохранила чистоту. Распутство варвара в том, что он взошел на чужое ложе. Человеколюбие Бога проявилось в том, что против чаяния людей он доставил тогда венец праведнику. Это происходило тогда с Авраамом, тоже произошло и ныне с церковью. Там египтянин и здесь египтянин. Тот имел копьеносцев, и этот сподвижников. Тот покушался против Сары, этот против церкви. Тот держал ее одну ночь, этот входил сюда на один день. Даже и на один день не было ему попущено. Но попущено для того, чтобы открылось целомудрие невесты. Он вошел, но красота ее целомудрия не растлилась. Хотя он уже приготовлял прелюбодейство, и рукописания были составлены, и многие из находящихся в доме подписались. Орудия козни были готовы, но цель не достигнута. Открылось его лукавство и Божие человеколюбие. Но тот варвар, сознав свой грех тогда, исповедал свое беззаконие и сказал Аврааму: «Что это ты сделал со мною, что сказал мне, что она сестра твоя, и я едва не согрешил?» Бытие 12.18. «А этот и после беззакония продолжает борьбу. Жалкий и несчастный ты! Влечешь грехи, но совершишь и умолкнешь. Не прилагай греха ко греху». И та возвратилась, получив египетское богатство, и церковь возвратилась, владея богатством душевным, и явилась целомудреннейшую. Посмотри на неистовство этого варвара. Ты изгнал пастыря, для чего же разогнал стадо? Ты не изложил кормчего, для чего же разламывал рули? Ты изгнал виноградаря, для чего же повреждал виноградные лозы? Для чего разорял монастыри? Ты подражал нашествию варваров. Он сделал все, чтобы открылось ваше мужество. Сделал все, чтобы узнать, что здесь паство, пасомое Христом. Пастырь был вдали, а стадо пребывало вместе, и исполнялось апостольское изречение: чтобы не только в присутствии моем, но гораздо более в отсутствии моем. Со страхом и трепетом соделывали свое спасение. Так угрожали боящиеся вашего мужества, усердия, любви и привязанности ко мне. Мы ничего не смеем, говорили они, сделать в городе. Дайте нам его вне города. Возьмите же меня вне города, чтобы вам познать расположенность церкви, познать доблесть детей моих, силу воинов, крепость ротоборцев, блеск диадем, обилие богатства, величие любви, твердость терпения, свет свободы, славу победы, позор вашего поражения. О, необычайные и дивные дела! Пастырь вне, а стадо ликует. Военачальник вдали, а воины ратуют. И не только церковь вмещала воинов, но и весь город стал церковью. Осветились улицы, площади, воздух. Еретики обращались, иудеи становились лучшими. Иереи домогались осуждения, а иудеи, славословия Бога, прибегали к нам. Так было и при Христе. Каиафа распял его, а разбойник исповедал. О, необычайные дивные дела! Священники убили его, а волхвы поклонились ему. Но да не смущает это церкви. Если бы это не было этого, то не открылось бы наше богатство, хотя оно и существовало, но не открылось бы. Как его всегда был праведным, но не возвеличился бы в такой степени, если бы не было ран и червей, так не обнаружилось бы и наше богатство, если бы не было козни. Бог, как бы оправдываясь перед Иовом, говорит: «Ты хочешь испровергнуть суд мой, обвинить меня?» Иов 43 стих. «Они строили ковы,
Воевали и побеждены. Как воевали? Палицами. Как поражены? Молитвами. Если кто, говорится, ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. А ты вносишь в церковь палец и ведешь войну, где возглашается мир всем, там ты начинаешь войну, не стыдишься, жалкий и несчастный, ни места, ни священного сана, ни величия власти. Крещальня наполнилась кровью. Где даруется отпущение грехов, там произойдет и пролитие крови. В каком войске бывает подобное? Царь, входя сюда, отлагает щит и диадему, а ты вошел, схватив палицы. Он оставляет в ней и знаки царского достоинства, а ты внес сюда и знаки войны. Впрочем, невесте моей ты нисколько не повредил, и она продолжает являть свою красоту. Поэтому я радуюсь не только тому, что вы победили, но что победили в моем отсутствии. Если бы я был здесь, то мы разделили бы с вами победу. Но так как я отсутствовал, то победа принадлежит вполне вам. Впрочем, и это моя хвала. И опять я разделяю с вами победу, потому что я воспитал вас так, что и в отсутствии отца вы показали собственную доблесть. Как доблестные ротоборцы показывают свою силу и в отсутствии наставника, так и доблесть вашей веры явила свою красоту в отсутствии учителя. И нужны ли слова? Самые камни взывают, стены издают голос. Ступай в царские чертоги, и тотчас услышишь: народ константинопольский, ступай на море, в пустыню, в горы, в дома, везде изображается ваша хвала. Чем победили вы? Не деньгами, а верою. О, народ, любящий учителя! О, народ, любящий отца! Блажен этот город не своими колоннами и золотой кровлею, но вашей добродетелью. Столько козни, а молитвы ваши победили, и весьма справедливо, потому что усердны были молитвы и текли источники слез. У тех стрелы, а у вас слезы. У тех ярость, а у вас кротость. Делай, что хочешь, а вы молитесь. Где же теперь те, которые противились? Брались ли мы за оружие? Натягивали ли луки? Пускали ли стрелы? Мы молились, и те бежали. Они рассеялись, как паутина, а вы стоите, как скала. Блажен я через вас. И прежде я знал, каким владею богатством, но теперь пришел в удивление. Я был вдали от вас, и город переселился. Ради одного человека море стало городом. Жены, мужья, дети незрелого возраста, женщины с детьми на руках своих осмелились идти на море, презрели волны. Раб не побоялся своего господина, и женщина забыла о своей естественной слабости. Площадь стала церковью. Все было в движении ради нас. Кого вы не научили? И царица присоединилась к вашему сонму. Я не умолчу об ее ревности. Не из лести царицы говорю это, но из уважения к благочестию. Не скрою ее ревности, ведь она не прибегла к силе, но поспешила восстановить добродетель. Тогда я был отводим. Вы знаете, как нужно же сказать о прискорбном, чтобы вы познали радость. Вы знаете, как я был отводим и как возвратился. Псалом 125, 5 стих. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои. Эти слова стали делом. С благодарностью вы приняли того, кого отпустили с печалью. И не в продолжительное время, но в один день все решилось. Но и это промедление было для вас. А Бог решил так с самого начала. 459. Скажу вам сокровенное. Я переплыл море, один вмещая в себе церковь, потому что для любви нет границ. И корабль не был тесен, потому что вам не тесно в нас. Я удалился, заботясь о ваших делах, отделенный от вас телом, но соединенный с вами душою. Я удалился, молясь Богу и полагаясь на вашу любовь.
Я удалился и в уединении заботился о ваших делах. В одиночестве размышлял о ссылке. Вдруг в позднее время, в первый же день, эта боголюбивейшая царица присылает письмо, в котором заключались такие слова. Здесь нужно привести самые слова ее. «Да не подумает твоя святость, что я знала о случившемся. Я не повинна в крови твоей. Люди злые и развращенные устроили эти козни. Мои же слез свидетель Бог, которому я священствую». Какое совершала она жертвенное возлияние? Слезы ее были жертвенным возлиянием, которому я священствую. Вот жрица, рукоположившая сама себя, приносящая жертву Богу и возливающая слезы, исповедание и покаяние не за священника, а за церковь, за рассеянный народ. Вспомнила она и о детях, и о крещении. «Я помню, что твоими руками крещены мои дети», — это писала царица. Между тем священники, все по ненависти, не знали даже места, где я остановился. А она, скажу поистине удивительное, страшась как бы за свое дитя, везде обходила не лично, но собственным отрядом воинов, потому что она тоже не знала места, где находился. Она всюду посылала, беспокоясь, чтобы пастырь не был коварно захвачен и убит, чтобы не потерять добычи. Об этом только я стараюсь со своей стороны, того только домогаюсь, чтобы они не преодолели. Враги везде обходили, расставляли сети, чтобы поймать и захватить меня в свои руки. Она умоляла и касалась колен царских, стараясь сделать и мужа своего участником в этой ловитве. Как Авраам убеждал Сару, так она мужа. Мы потеряли священника, но возвратим его. У нас нет надежды удержаться на престоле, если не возвратим его. Мне невозможно иметь общение с кем-либо из совершавших это, говорила она, проливая слезы, умоляя Бога, употребляя все меры. И вы знаете, с какой благосклонностью она приняла нас, как обнимала, как бы собственные члены, и говорила, как вместе с вами она беспокоилась. Эти слова не сокрылись от вашей признательности, потому что вы имеете в ней матерь церквей, питательницу монахов, покровительницу святых, опору бедных. Ее хвала становится хвалой Богу, венцом церквей. Говорит ли о пламенной ее любви? Сказать ли о доброжелательстве ко мне? Вчера в поздний вечер она прислала ко мне с такими словами. «Скажите ему, молитва моя исполнилась, я достигла желаемого. Я увенчана лучше, нежели диадемою. Я восприняла священника, возвратила главу телу, кормщего кораблю, пастыря пастве, жениха брачному чертогу». 461. «Прелюбодеи посрамлены. Буду ли я жить или умру, я за все спокоен. Вы видите последствия искушения. Что мне делать, чтобы воздать вам воздаяние, достойное вашей любви? Достойное? Не могу, но какое могу, воздам. Я люблю вас так, что готов пролить кровь свою для вашего спасения. Никто не имеет таких детей, никто такого стада, никто такой цветущей нивы. Мне не нужно возделывать землю. Я сплю, и колосья цветут. Мне не нужно трудиться, я отдыхаю, и овцы побеждают волков. Кем я назову вас? Овцами или пастырями, или кормчими, или воинами, или военачальниками? Все эти названия справедливо могу приписать вам. В виде благочиния называю вас овцами. В виде заботливость называю пастырями. В виде мудрость называю кормчими. В виде мужества и твердость называю всех вас воинами и военачальниками. О, труд! О, заботливость народа! Вы прогнали волков и не перестаете заботиться. Пловцы, бывшие с вами, обратились против вас и начали войну против корабля. Вы взываете прочь этот клир, другой клир для церкви. Для чего так взывать? Они удалились, они прогнаны. Без всякого преследования они обратились в бегство. Не человек осуждает их, а совесть. Если бы враг повносил меня, то я перенес бы. Не против нас восстали бывшие с нами. Те, которые вместе с нами управляли кораблем, захотели потопить корабль. Тем более удивляюсь я вашему благоразумию. Говорю это не с тем, чтобы побудить вас к возмущению. Возмущение их дело, а ваше
дело ревность. Вы не требовали умертвить их, но воспрепятствовать им в этом и ради вас, и ради церкви, чтобы она опять не подверглась потоплению. Ваше мужество не попустило быть буре, но их намерение произвело волнение. А я сужу не по концу дела, а по их намерению. Ты, человек, предстоящий перед жертвенником, принявший на себя попечение о таком множестве народа, обязанный устранять прискорбное, ты усилил бурю, направил меч против себя самого, погубил своих детей намерением, если не самым делом. Но Бог воспрепятствовал этому. И теперь я удивляюсь вам и хвалю вас, что после войны и по водворению мира вы заботитесь, чтобы мир был совершенным. Подлинно, кормчему должно быть в согласии с пловцами. А если они будут не согласны, то потонет судно. Вы при помощи благодати Божией восстановили мир. Вас я сделаю и участниками в безопасности. Ничего не стану делать без вас, равно как и без боголюбивейшей царицы. Потому что и она заботится, старается и употребляет всевозможные меры, чтобы насажденное осталось твердым, чтобы церковь пребывала безмятежную. Так я воздал похвалу и вашему благоразумию, и попечительностью царей, потому что они не столько заботятся о войне, сколько о церкви, не столько о городе, сколько о церкви. Будем молить Бога, будем просить о том, будем пребывать в молитвах, и после того, как прекратились бедствия, не предадимся беспечности. Поэтому-то и до сего дня мы продолжаем молиться о прекращении бедствий. Будем же благодарить Бога, как тогда были мужественны, так и теперь будем усердны. И за все это возблагодарим Бога, которому слава и держава с Сыном и с благим и животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.